Сон, который исполнился. Связан он с болезнью молочницы, женское заболевание. Женщине приснился сон, что перед тем, как выявить это заболевание, она увидела маленьких беленьких червей. Ой, их было очень много, и они как бы в такой светлой молочноватой жиже шевелились. Очень-очень большое количество. Поэтому и через... Она пошла к врачу, и у ней стали проявляться признаки этого, и ей поставили диагноз молочница. Потом стали ее лечить. Приснился сон в конце лечения, что она из груди вынимает вот этих маленьких, длинных. Они маленькие, но они тоненькие, но как-то она сказала, они тянулись, вот именно вот эти черви. И из груди она вынимала, как бы вычищала их, грудь вычищала от этого. Вот такой вот сон. Значит, мы смотрим, что маленькие беленькие черви могут быть, особенно если в молочной какой-то вот жиже или еще что-то, это может быть к молочнице. Поэтому проверяться после такого сна, надо идти к гинекологу проверяться.